линейкой по коленкам или указкой по рукам. Раньше устроить взбучку ребенку было обычным делом. Теперь такая мера воспитания может обернуться лишением родительских прав. Так стоит ли бить своих детей, ответят сами ульяновцы. Иногда можно, если заслуживают. А вот за что? Как понять, заслуживает или нет? Ну, на глаз так. Да вы что? У меня 4 внука. Ну как можно? О чем вы говорите? Это самое страшное преступление. Как можно? А как вот наказывать стоит тогда? Ну, обязательно наказывать. Во-первых, мы сами должны подавать пример, чтобы дети нас пример брали. Это наше зеркало. Если мы что-то неправильно делаем, мы видим в них свое отражение. Это наказывать, бить. Норме штат. Нет, меня не били никогда. А были какие-то случаи знакомых, которые вот, ну, или бьют детей, или их били? Нет. Ну, на улице вижу, да. Даже по раз сердце не выдерживало, делало замечание. А как вы думаете, вот за что? Бьют детей? Просто мама, наверное, от усталости, когда уже нервы не удерживают, начинает агрессировать на детей. Нет! А бить можно детей? Нет. Но я это делаю. Да нет, не стоит. Они и так все понимают. Если с ними так по-детски на их уровне разговаривать, и как со взрослыми, то они... То нужды нет в этом просто. Бить, наказывать. Нет, я никогда не била и нет. А видели вообще когда-то, может, видела, да, видела. А как думаете, за что вот так вот прилетает? Да за плохое поведение, наверное. Не слушается. Угу. Они сейчас вообще не слушают. А в детстве у вас вот били, нет? Нет, никогда. Никогда не били. Просто в углу стояла и все. Максимум. Мои дети уже выросли, а я теперь не могу вспомнить, как стоит. А бить детей можно? Нет. Нет, нельзя. Ни в коем случае. А почему? Ну, дети и животные, ну как можно? Вообще бить нельзя людей. Вообще бить нельзя людей. Как-то надо... словами убеждать. А вас вот били в детстве? Было. За что, если не секрет? Ну, так, хулиганы, как обычно, ребят. Хулиганы, так и вы хулиганы. И вы вот решили, когда взрослым станете, не будете бить ни детей, ни внуков? Я не то, что решил, а просто это. Ну, ни к чему это, по-моему. Ни к чему. Можно все обойтись и без этого все. Можно все это, как говорится, морально. Морально можно побить и все.